Иное измерение русской культуры. Алексей Васильевич Кольцов. Утешение. Читает Евгений Бразун-Брюшковский. Как жаль, что счастье звезда на небе нашем закатилась. Но разве горесть навсегда с судьбою нашей породнилась? Пройдет зима, настанет май. Беда глупа, взведет на счастье. Всяк провиденью доверяй, оно нас ценит без пристрастия. Пусть, кто доволен здесь, неправо или неправо, кто гоним. Земные радости с отравой, отрава с счастьем земным. Все постоянно лишь за морем, и потому, что нас там нет. А между тем, кто минут горем? Никто. Таков уж белый свет. Тысяча восемьсот тридцатый год. Читано по изданию. Стихотворение и письма Алексея Васильевича Кольцова. Полное собрание. Вновь исправленное и значительно дополненное издание под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Второе издание. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1901 год.